Добрый день, уважаемые коллеги. Заранее приношу свои извинения, если будут некоторые агрессии, потому что для меня это несколько непривычный формат выступления в онлайне. Да? Надеюсь, будете немножко ко мне более снисходительны. Итак, гипотермия в коронарном роке, нерешенные проблемы и какие-либо и дальнейшие перспективы. Значит, ну, всем знакомая картина, чуть более, как бы, да. Ну, на самом деле, как бы, как показывает жизнь, да, вот с восстановления сердечного ритма все только-только начинается, да. Все проблемы, как бы, намного дальше, как бы, да. И вот мир доказательной медицины придумывали многочисленные способы так называемой защиты головного мозга, там, многие препараты, которые не показали своей какой-то эффективности, ремдезин, актовидин. Потом мы вошли в эру доказательной медицины, тоже огромное количество препаратов было использовано, как бы, и до сих пор в экспериментах пытаются доказать их какое-то волшебное, но единственное, что имеет какую-то доказательную базу, это, собственно говоря, использование гипотермии. Ну, западный мир решил отказаться от этого термина «управляемая медицина», да, как термин немножко сейчас другой, поддержание целевой температуры. Да? Ну, история еще до военных времен, когда стали использовать гипотермию для лечения в той или иной степени. Как бы, да? На самом деле, первые, кто взял эту методику на вооружение, оказались наши коллеги, кардиоанестезиологи, и до сих пор, как бы, при некоторых ситуациях, когда требуется этого в операции в условиях синус ареста, да, это в условиях гипотермии, или когда происходит какая-то катастрофа на, скажем так, на индукции в наркоз. Да. 80-е годы – это улучшение исходов, это только эксперименты, 96-й год – клинические исследования, 2000-е – это появление первых работ, которые хоть и имели и не очень большое по нынешним временам количество наблюдений, но тем не менее, как бы, были с воодушевлением взяты на вооружение какой-то медицинской общественностью, и, в общем, скажем так, все это пошло в широкую клиническую практику. Да, вот такая маленькая, скажем так, иллюстрация, насколько температура, да, позволяет увеличить длительность достаточно безопасного синус-ареста циркуляторного. Вот. Контроль над температурой в разных историях, в разных нозологических единицах пытались это все использовать, да, и то, что лежит на поверхности, понятно, что это какое-то повреждение головного мозга, и менингиты, и черепно-мозговые травмы, и сепсис, и кровоизлияние, и так далее. Но единственное, что на настоящий момент имеет какую-то внятную доказательную базу, это остановка кровообращения. Собственно говоря, по нынешним временам любого генеза, не буду, как бы, говорить про новорожденных, ну, как бы, просто недостаточно владею там информацией, насколько эффективно это у них. Как бы. Вот. Ну, собственно говоря, я не буду долго останавливаться на каких-то тонких материях, как гипотермия, скажем так, работает, да, если там совсем высокая биохимия, это через блокаду митохондриальной РНК для того, чтобы там ингибировать какой-то апоптоз. Да, но вот по сути своей, как бы, методика носит универсальный характер, как бы, да, вот тут указаны, собственно говоря, все те звенья, на которые способны повлиять гипотермию. Вот. И по большому счету вся история гипотермии у нас начинается с 2002 года. Вот эти две легендарные, фактически, не побоюсь этого слова, статьи, да, это исследование Хака и исследование Бернарда, да, которые показали, собственно говоря, улучшение исходов после остановки кровообращения. Да. Причем, почему еще было такое воодушевление, да, сейчас у нас есть продвинутые аппараты, и внутрисосудистые, и наружное охлаждение, тем не менее, да, насколько я вот прочитал эти статьи, охлаждали просто льдом и холодной водой, и все равно получили, хотя это сейчас считается уже, ну, как бы, такой низкий сорт, подобное проведение гипотермии, все равно получили
хорошие результаты. Да, гипотермия, ну вот, скажем так, это некие исследования, которые, ну, как бы тоже у нас показывают метаанализ как бы, о том, что гипотермия оказывает благоприятные неврологические исходы. 2011 год, большой анализ, 711 пациентов с небольничной остановкой, постреанимационный вывод, следующий, постреанимационная помощь, основанная на протоколах, включающих чрезкожное вмешательство, гипотермия, может быть наилучшей помощью, должна оказываться всем пациентам. Вот. С 2005 года фактически это входит в рекомендации по, скажем так, сердечно-легочной реанимации. Если 2005 год только внегоспитальная остановка кровообращения, с 2010 года добавляется не шоковое нарушение ритма, то бишь систолии электромеханической диссоциации, внутригоспитальная остановка, да, методом ну, каких-то экспериментов были определены целевые показатели температуры 32-34 градуса, продолжительность 12 до 4, и внегоспитальная остановка в 2005 году даже было как бы рекомендовано охлаждать пациентов на догоспитальном этапе. Но нашлись такие вот разрушители легенд, тоже по-своему культовая работа, которая всю историю управляемой гипотермией на самом деле разделила на до и после. Там я чуть попозже расскажу про это, про все. Даже непонятно, а хорошо ли то, что эта работа была вообще опубликована. Да, которая сравнивала два целевых показателя, 33 и 36 градусов, то есть фактически гипо- и нормотермия. Да, и большое количество пациентов, если не ошибаюсь, порядка 3000, которые показали, что никакой разницы после остановки сердечной деятельности нет. Это работа, легендарная работа Нильсона. Вот. 2015 год немножко переписываются, соответственно, рекомендации. И американские, и европейские, да, уже целевой уровень температуры не 33-34 градуса, а 32-36 градуса. И продолжительность не менее 24 часов. То же самое описано и для этих рекомендаций для внутригоспитальной остановки. Но появилось огромное количество каких-то девайсов, которые пытались сразу же как бы, внегоспитально охлаждать пациентов, холодную воду, аппараты реночила, интраназальное охлаждение и так далее, но они не показали мне свою доказательную базу какую-то должную, не показали хороших результатов. Хотя сейчас, вот мы тоже попозже об этом поговорим, опять возникает интерес к внебольничному охлаждению. Вот. Ну, вот то же самое, 2015 год, это Европейский совет по реанимации, примерно все то же самое. Да, и дальше фактически все плюс-минус переписывается. 2016-2018 год, методики наружная, внутрисосудистая, методы седатации, группа пациентов, усложнение методики, но по сути своей очень мало что меняется. То есть, с одной стороны, весь мир использует, с другой стороны, мы видим некую определенную стагнацию. И вот последние рекомендации 2021 года – это поддержание целевой температуры, нет разделения на вне и внутри больничную. Как бы все это в некий единый пул сведено. Неважно, систолия или фибрилляция желудочка. Целевая температура – то же самое. Избегать лихорадки. Лихорадка определена, вот, ну, скажем так, 37,7 градусов. Да, на удивление, огромнейший кейс описан для оценки неврологического статуса. Если раньше это рекомендовалось сделать практически сразу, то сейчас это очень так неоднократно подчеркивается в этой вот работе, что только после согревания пациента. Да? И тоже, насколько я понимаю, Дмитрий Вольфович потом будет про это рассказывать, да, рекомендует создание вот этих шоковых или центров там, остановки кровообращения, чтобы это были какие-то специализированные места, куда поступали все эти пациенты. Вот.
Но много вопросов. Мы чуть попозже вот к ним вернемся, как бы, да, там будем рассматривать некие золотые стандарты, которые, ну, вот, есть чисто такие вот умозрительные. Вот, очень много после 2000 года, с 2010 по 2020 год, большой интерес, огромное количество работ, практически все смежные специальности, ну, как-то тоже отреагировали на появление вот этой методики, да, это американское общество неврологов, то же самое, как бы, тоже поддерживает точно такие же рекомендации, как вот, собственно говоря, и Европейский совет, и Американское общество кардиологов. Вот. Мнение ревматолога в 2016 году, это было написано первый раз в Канаде, все то же самое, все мы примерно повторяемся. Французское общество, они прямо целый гайдлайн написали именно по использованию контроля над температурой в тех или иных, скажем так, клинических ситуациях. Там рассматривается и черепно-мозговая травма, и внутримозговые интракраниальные кровоизлияния, и ОНМК. Очень расписали все так очень, очень хорошо и подробно. Как бы, да, они вот оказались пионерами, наверное, вот в этих своих рекомендациях. Ну, вот это то, что вот написано у них. Контроль, поддержание контроля температуры для улучшения неврологических исходов. Ничего не изменяет. Похоронский обзор 2016 год, ну, почти 1500 человек, тоже поддерживает использование данной методики. Американцы. Ну, то есть все переписывают, за исключением разных, скажем так, каких-то деталей. И вот 2021 год, очень интересная работа. 2020 фобиотоконы, которые, ну, вот фактически ищут вот некий золотой стандарт управления гипотермией. Да, и очень хорошо описывает те сложности, которые нас на самом деле могут ожидать в данной ситуации, да, что нет единого на самом деле стандарта, да, кто-то льет холодную воду, кто-то использует эндоваскулярные методики, кто-то откладывает какими-то пузырями наружной гипотермии и так далее, что вот все мультицентровые исследования, да, они все под собой имеют немножко разные вот чисто технический бэкграунд. И он в этой работе описал вот некую вот эту вот, то, что называется, идеальную методику, какую бы он хотел, вот видел, и задал те, в общем, горизонты, к которым мы должны стремиться. Понемножку, помаленьку об этом писали все, но он это вот сформулировал очень четко. Как бы, да, время старта терапии, о чем мы говорили, чем скорее, тем лучше. Первые рекомендации вообще говорили примерно следующее, что нужно, если через 2 часа пациент не выполняет команды, то надо обязательно проводить гипотермию. То есть сейчас, если сразу после окончания сердечно-легочной реанимации, показано. Тем скорее, тем лучше. Но, с другой стороны, догоспитальная гипотермия, казалось бы, да, куда еще вот ближе к пациенту, да, почему-то везде исключена. И тоже где-то 1,5-2 года назад закончилось исследование Princess. Такой странный немножко термин. Я, ну, никогда не сталкивался с подобной методикой. По-английски это звучит intra-arrest гипотермия, как бы, да, они предлагают использовать, был такой девайс под названием Renachil, это интраназальная гипотермия при помощи какого-то флюорокарбона с низкой температурой охлаждать вот основание мозга. И, скажем так, если общий пул больных не показал разницы, то у больных с фибрилляцией желудочков разница получилась чуть ли не в 2 раза, либо в улучшении результатов тех же самых исходов. Поэтому вопрос с догоспитальной гипотермией, мне кажется, он до сих пор не закрыт, потому что, ну, скажем так, возможно, это будут какие-то субгруппы, у которых это будет
целесообразно и оправданно. Вот. Точка измерения. Казалось бы, ну, какая разница, там, у кого пищевод, в прямую кишку, там, в мочевой пузырь. Да, оказалось, что вот, кстати, никогда об этом не знал, да, что вот в ту же самую прямую кишку, как бы нецелесообразно, если у нас какой-то девайс с механизмом обратной связи, ну, из того, что есть, это вот внутрисосудистые или наружные, это приборы RTXL, как бы, да, температура в прямой кишке на 1,5-2 часа как бы запаздывает по отношению как бы, к температуре кора, да, наиболее целесообразно либо пищевод, либо в мочевой пузырь ставить температурные датчики. Целевая температура. А вот это, мне кажется, самый-самый сложный вопрос. Все пишут примерно следующее. Ну, наверное, более тяжелым пациентам целесообразно более низкую температуру. Но как понять, кто из этих пациентов тяжелый? Длительность реанимации – очень сомнительный аспект. Я думаю, что многие коллеги видели пациентов, у которых сердечная и легочная реанимация проводилась и больше, чем полчаса, и они очень хорошо выходили. А есть пациенты, может быть, кто-то видел, но то, что наслышали, это огромное количество, как бы, которые говорят, реанимация буквально 3-5 минут, да, пациент не просыпает. Все же видели такую историю. Как бы, да, понятно, что бывают ситуации, когда в этом во всем есть небольшой элемент лукавства, когда люди ну, не хотят как бы, говорить, что все было намного дольше, но с другой стороны, и безусловно, среди всех этих историй есть и более, скажем так, действительно реанимации невысокой продолжительности, но которые при этом при всем, ну, скажем так, неврологически ничем хорошим не закончились. Вот о чем я говорил, как бы, да, о работе Нильсона 2013 года. Это работа из Австралии и Новой Зеландии Салтера. Значит, что до 2013 года там они собрали пул пациентов, тех, кого проводили гипотермию, и в общем и целом видно, что целевая температура становилась все более и более низкой, как бы, да, после работы Нильсона, она вот, видите, вот так вот несколько скорее повышается. Да, ну и казалось бы, да, все достаточно логично, да, но посмотрите, как бы, да, это не имеет статистической как бы, достоверности, но тренд, я думаю, что достаточно очевиден, как бы, да, что если раньше с понижением температуры у нас была тенденция к улучшению результатов, уменьшению летальности, то после того, как целевую температуру назвали 36 градусов, то у нас скорее как бы повышение летальности, хотя это очень такие небольшие цифры. И это даже не самое плохое, что могло случиться. Да? Вот буквально при подготовке мне попалась некая статья, которая ну, меня действительно удивила. Да? Это доля пациентов, там тоже большой пул, с целевой температурой 36 градусов и 33 градуса, да, и, казалось бы, да, поддержание температуры в 33 градуса, ну, чисто технически сложнее, как бы, да, обязательно, да, но посмотрите, они практически под 90% и выше, они находятся на уровне в целевых температурах, да, но в то же время, как бы, у которых 36, и, казалось бы, технически это намного позже, проще, как бы, да, меньше половины как бы, только достигает вот этой вот целевой температуры. То есть такая достаточно парадоксальная ситуация. То ли для всех чисто психологически 136-137, но небольшая разница, мне тяжело как бы, интерпретировать, но тем не менее, возможно, этот факт тоже как бы, добавляет, что меньше пациентов находится в целевых цифрах. Длительность гипотермии 24 часа, 48 часов. Да, разница в эксперименте особенной, ну, никто не показал, но как минимум это должно быть 24 часа. Длительность согревания, ну, это единственный, наверное, аспект, где во всех рекомендациях есть вот какой-то консенсус, да, что это самый опасный момент, высокий риск развития каких-то нарушение сердечного ритма, да, минимально возможная скорость 4 градуса в час, да, по сути своей
обычно пациенты, в нашей практике стараемся охлаждать до 33 градусов и потом согревать до 37, то есть это у нас занимает где-то порядка 16 часов. Строгий контроль уровня калия и глюкозы, да, феномен отдачи есть, да, и выраженные изменения, почему еще это важно, выраженные изменения метаболизма лекарственных веществ. Фармакологическая поддержка тоже крайне непраздный момент. Опиоиды, миорелаксанты и гипнотики ультракороткого действия. По поводу миорелаксантов, с какой однозначностью одни пишут, что это просто must-have, да, с такой же все говорят, как бы мы стараемся избежать использования миорелаксантов. Поэтому, скажем так, несколько неоднозначная ситуация, и как это использование или неиспользование влияет на исходы, мы сказать пока не можем. Да? Опять же, это от фармакологической поддержки. Да? Постреанимационно-неврологическое осложнение. Влияет ли вот эта вот адъювантная терапия на исходы или нет, мы сказать не можем. Да? Там в тех же самых рекомендациях прописано только купирование судорог. Все остальное как-то немножко остается за кадром. Почему еще контроль температуры, да, важна динамика фармакокинетика, да, вот следующий слайд, очень сильное изменение фармакокинетики препаратов, как бы, да, при том, казалось бы, да, что там 37 и 35, но тем не менее, посмотрите, да, и мидазолам, и фентанил, и рокуронил, и пропофол, да, это все те препараты, которые, в общем, мы очень часто используем, тоже это очень важно, как бы, нам смотреть. Да, какие факторы влияют на исход? Скажем так, если для неврологического прогноза единственное, о чем говорят, это только о длительности самой сердечно-легочной реанимации. Мы немножко возвращаемся к тому, что я сказал ранее. Да, что иногда и длительная реанимация имеет хорошие, и крайне короткие, да, какие-то неблагоприятные исходы. И очевидно, да, должны быть еще какие-то факторы, которые мы должны оценивать для того, чтобы понимать, да, почему кто-то неврологически у нас выходит очень хорошо, и кто-то очень плохо. Да, причина остановки, какой-то приморбидный фон. Но слишком мультифакторная, скажем так, ситуация, чтобы, однозначно сказать, успехом или неуспехом у нас что-то закончится. Да? Но то же самое, грусть, печаль, отсутствие каких-то единых протоколов, даже не то, что по России, а просто хотя бы в рамках одного города. И, я не знаю, как в Москве, Дмитрий Вольфович, я думаю, что нам расскажет, обстоит ситуация в Петербурге, но, скажем, наш центр единственный, кто использует данную эту методику. Хотя во всем мире, в той же самой там Англии, если не ошибаюсь, там частота использования там порядка 90% в зависимости от клиники. Органные эффекты, то, о чем я говорил, о том, что методика, с одной стороны, крайне плохая, крайне простая, как бы чисто технически, с другой стороны, как бы вызывает очень выраженные какие-то сдвиги, эффекты практически на все, но основные это вот как раз изменение электролитного и обмена инсулинорезистентности, и лекарственный метаболизм меняется, как бы все остальное, скажем так, по мере согревания пациентов, как бы, практически проходит без следа. То, что вот рисовал Фабиатакона, как бы идеальный и не идеальный, как бы, да, что наличие обратной связи, контроль над мышечной дрожью и, скажем так, купирование осложнений. Наш вот опыт использования с 2012 по 2021 год, 44 пациента, из них немножко неправду сказал, как бы.
13 небольничных и 24, извините, пожалуйста, внутрибольничные остановки, в том числе 7 пациенток после родоразрешения. Умерло 17 пациентов, но все остальные как бы, с хорошим неврологическим восстановлением, и как это ни странно, все пациентки после родоразрешения, хотя, в общем, непростая такая клиническая ситуация, все неврологически восстановились очень-очень хорошо. Вот что даже, в общем, была написана статья в рамках нашего центра, как бы, где, в общем, рекомендовалось тоже как бы, использовать это все у больных. Как бы. Да, ну вот несколько клинических примеров. Это пациент 68 лет, это один из первых таких вот там случаев. Да, вот в чистом виде внебольничная остановка, реанимационные мероприятия в течение 25 минут, интубация на 15 минуте, коронарография без стенозов выяснилось, ну, трактовалось как аритмогенная смерть, гипотермия по аппаратам Артиксан, 33 градуса, 24 часа. И фактически потом вышла на ясное сознание, была экстубирована, но на 39-е сутки заболела птичьим гриппом, как раз у нас тут была эпидемия и скончалась от пневмонии. Тоже весьма показательный случай. Мужчина 39 лет, во всем мире в остановке на фоне асфиксии крайне неблагоприятные как бы имеют исходы. Но, тем не менее, длительность остановки неизвестна. Когда его достали из петли, там несчастный случай на производстве, лифт поехал, и его на этих кабелях повесили. Мероприятие в течение 10 минут, гипертермия дофибрильных цифр, продленная норма термии и восстановление ясного сознания на 7-е сутки. Вот. То же самое, 42 года остановка после занятий спортом по фибрилляции желудочка, длительность сердечно-легочной реанимации не ясна, силами врачей 25 минут, гипотермия через 2 часа в течение 24 часов. Ну вот вышел, к сожалению, вегетативное состояние, на 62 сутки переведен в реабилитацию. То есть не самый как бы, удачный вариант. Вот тоже мужчина 72 года, у которого на фоне восстановления сердечного ритма и гематома случилось, но восстановился фактически до ясного сознания, но летальный исход потом на фоне повторных нарушений ритма. И буквально месяц назад не успел включить в презентацию. Тоже молодая женщина, 35 лет, роженица. То есть буквально должна была доставлена быть в операционную для планового кесарева. Остановка аритмогенная, реанимационные мероприятия порядка 30 минут. Но, тем не менее, тяжелая сердечно-сосудистая недостаточность в постреанимационном периоде, но, тем не менее, восстановление ясного сознания на 8 и 9 сутки. Благодарю за внимание, дорогие коллеги, вопросы.